Так, здравствуйте все. Сегодня 29 декабря 2019 год. Вчера мы были в супермаркете 28-го. Там большой, конечно, выбор, выбирали. Ну, в общем, мы взяли так, как сказать, по-среднему. Все, что нам понравилось, все, что можно будет с собой увезти что-то домой. Вот такая халва. Мы здесь брали такую халву с фисташками. Вот такая же, здесь фисташки. Она у нас там есть, половиночка банки. Мы здесь попробовали. Вот, значит, да, в самом Дубае. Значит, здесь с шоколадом. Здесь просто вот халва без... Ну, здесь даже нарисована она вот, слоями. Мы все ориентируемся по картинкам. Вот если слоями, вот так вот. А, шоколадная, это просто халва. Это мы с собой. Это, ну, это, я так понимаю, вафли, что ли, или не вафли, это, наверное, это, как они называются, крекер, наверное, лимонный, Так, это, ну, вот опять смотрим на картинку, такие, как мини-рулетики, что ли, с прослойками, с орехами, вот такая пачка. Бумажных обертки. Они, ну, не, да, бумажные обертки. Так, вот. Так, еще что? Вот такой взяли экзотический набор. В общем, не могли понять, что. Потом посмотрим по эдертету, что это. Похоже на личи. Ну, вот если их побрить, они будут волосатые. Как личи. А они волосатые, да. Значит, взяли такой вот сок. Ну, не знаем тоже, что это. Что это? Фрукт. Тоже что посмотреть фрукт? По вот этому нужно. По картинке найти, посмотреть. Это сахар тростниковый. Вот написано, коричневый сахар. Ну, здесь килограмм, наверное. А, да, килограмм, 1 килограмм. Кофе. Кофе на наши деньги мы посчитали, ну, не особо много. Сколько получается по цене? Где-то около 650. 650, один тоже килограмм. Вот. Но кофе хороший, зерновой кофе. Это зерновой, да. У нас кофемашина, поэтому... Можно будет пропустить через кофемашину попить. Молоко мы, конечно, уже пили, ну, так как мы кофе молоко пили вчера. Но молоко вот это очень хорошее. Настоящее. Настоящее, да. Не порошковое, ничего, прям вкус у него. Это, ну, как это сказать? Манго. Манго, ну, типа йогурта, наверное, что ли, жидкого. И вот такой взяли йогурт тоже. Была целая связка бананов. Мы, конечно, все это ели. Это самые вкусные бананчики. Это маленькие. Сладкие, да, это мини-бананы. Кокос. Еще не вскрывали. Вот его надо вскрывать. Пока вот они так уже готовые продают. Как бы вес не нужен. Это все уже как бы у них эта цена за вес идет. Так, киви. Киви тоже уже покушали. Так, это манго. Манго взяли один большой и взяли еще зеленых. Зеленые они поменьше идут, но они как ну, вкусные по... Тоже уже качу. Спелые, мягкие. Да. Ну, это я ресницы взяла, посмотрю, как их клеить. Даже не знаю, как их клеить. Мы не скрывали еще их, эту упаковочку. Есть ли там клей внутри? Как они клеются, не знаю. Вот такой у нас вышел чек. Ну, здесь можно разобрать, что как. Ну, я бы не сказала, что прям вот очень дорого. Некоторые это очень-очень прям дорого. Ну, ну, не знаю. У нас вот, вот это все, все, что я перечислила, у нас вышло на 2000, сколько? Ну, 2500. 2500 вышло, да. Это вот все, весь набор. Ну, как бы нормально. Не знаю, мне кажется, в России тоже придешь. Вот это вот стоит у нас 900, да, вот такие вот пачки примерно. Ну, с учетом, что здесь качественное все. Что, да, да, ну, взяли. Поэтому вот такие вот продукты. Больше как бы ничего. Ну, что-нибудь еще посмотрим. Посмотрим, если что понравится, еще подкупим. Да, ну, запишем также, да. Расскажем по цене. Ну, все. Пока.